В поселке Сенное Балтского района семья взяла на воспитание самочку оленя. Животное нашли прямо в кукурузе. Олененок искал маму, но она так и не появилась. Отец семьи Осадко принял решение оставить животное у себя. Семья даже продала теленка, чтобы было чем кормить неожиданную гостью. Олененка назвали Манюня, и она быстро стала любимицей всей деревни и лучшим другом детей. Сначала ее кормили исключительно молоком, но теперь в рацион постепенно добавляют другие вкусности. Периодически Манюня ходит в лес, но всегда возвращается. Семья не хочет расставаться со своей любимицей и готова даже разводить оленей, если Манюня приведет потомство.